Привет, драгоценные. Я Сара из Тольятти. На подсолнух приезжаю второй раз. Удивительное волшебное место. Я открыла в прошлом году благодаря моему сыну Константину и Ксении Панковой из Тольятти. Ребята мне рассказывали об этом чудном месте. Я приехала. Приехала в гости. Я знакомилась. Я узнавала людей, я узнавала, чем они тут занимаются. А второй раз я приехала уже как в гости, уже не как в гости, как домой. В семью, я многих знаю. Это встреча долгожданная, радостная очень. Очень-очень приятная. Я вижу, как мне рады. Это пространство наполнено чистотой, светом, любовью, гармонией. Сюда приезжают удивительные люди со всего мира. Со своими знаниями делятся, безусловно. Разные мастера. Очень интересно, очень.